30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Куда он подевался? Есть кто? Простите, что я без спроса. Буско, он полиция. Бино Аки. Дело.
Фу, ну и вонь. Эй! Вот это, necesito apoyo. Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Что это? Да какого хера? Час от часу не легче.